привет, дорогие друзья! Меня зовут Марина, и сегодня я расскажу вам про квадроцикл Motox Grizzly T200 Lux. Встречайте! Если вы не знали, с чего начать, какой же купить квадроцикл, но давно мечтали, то данная модель Grizzly T200 самая подходящая модель, я вам гарантирую. Почему? Потому что данный квадроцикл считается подростковый, но вы, взрослый человек, можете на нем без труда также кататься. Квадроцикл имеет 16 лошадиных сил, объем двигателя 200 кубов, охлаждение воздушное. Нагрузка может достигать до 170 килограмм, то есть вы можете поехать на охоту, на рыбалку, куда угодно, в лес за грибами, не только один или не только доверив квадроцикл своему ребенку, подростку, да, но и вдвоем, потому что вес до 170 килограмм. Что касается подвески, она здесь регулируется, собственноручно можно подправить, настроить под себя. Что касается управления, то здесь все очень просто. Установлен вариатор, мы просто ставим рычаг в данное положение и даем газу. Также на данном квадроцикле установлена и задняя передача. Таким же образом мы можем сдать назад без проблем, не переставляя, не утруждаясь. Здесь уже установлена лебедка, фаркоп, вот такая вот красивая фара, потому что данная модель является люксовой. Можно заказать и другую модель этого квадроцикла, но уже без дополнительной функции, она будет немножко дешевле. За что особенно наши покупатели любят данную модель, так это за красивые фары, за освещение. Включаем, наблюдаем, вот такую красоту. Смотрите, вот так у нас ярко мигают поворотники, яркие синие фары, здесь светодиодные элементы, ну и, конечно, яркая основная фара, с которой вы не заблудитесь в лесу и найдете дорогу к дому из любой непроходимой грязи и из любого леса. Например, вы выходите из леса, и вам хочется уже прогреть свою технику, и чтобы запустить квадроцикл, вам даже не стоит к нему подходить. Вы просто нажимаете на запуск, и техника заводится. Приятное урчание, согласитесь. В комплекте идет два набора ключей. Глушим наш квадроцикл, как всегда, данной кнопочкой. И мы даже можем поставить его на сигнализацию, чтобы никто его у нас не трогал. Но если по какой-то причине вы не можете с помощью электрического стартера завести эту технику, то на помощь придет старый добрый ручной запуск. Grizzly T200 Lux возможен в четырех цветах. Желтый камуфляж, как в данном обзоре, а также красный, зеленый и коричневый. Однако привлекательный внешний вид создается не только благодаря расцветке. Современные светодиодные фары добавляют квадроциклу спортивного шарма и приковывают взгляды как детей, так и взрослых. А внушительные передние 10-дюймовые колеса и мощные шины заявляют о том, что эта техника уже не детская игрушка. Максимальная скорость, которую развивает данный квадроцикл, 60 км в час, но вы можете ограничить, например, если вы хотите, чтобы ваш ребенок не ехал больше 40 или даже 20 км в час, то вы с легкостью можете это сделать с помощью вот такого вот болта. Вы просто вкручиваете его сюда, и чем глубже вкручен болт, тем меньше ваш ребенок сможет развить скорость. В комплекте данного квадроцикла уже идут защиты рук, передний багажник, задний багажник, аккумулятор находится под сиденьем. Расходует топливо эта техника с умом, поэтому объем бака здесь 5 литров, этого вам вполне хватит на покатушке. На вот таком красивом дисплее вы сможете увидеть, стоит ли у вас нейтралка, задний ход или передний, с какой скоростью вы двигаетесь и, например, сколько вы за данную поездку уже успели накатать. Вот у меня здесь 0,03, потому что я только вывезла этот аппарат для обзора вам, дорогие зрители. И нажав вот сюда, мы сможем увидеть полностью, да, сколько эта машина проехала, сколько квадроцикл у нас накатал километров, пока он еще свеженький, чистенький, новенький и ждет вас. Ну и чтобы вам было нагляднее оценить высоту этой техники, мой рост 172 сантиметра. Вот так вот удобно и взрослому, и подростку будет сесть на данный квадроцикл и оседлать любое бездорожье и любые грязи.
А приобрести такого внедорожного красавчика вы можете прямо в магазине в Москве, или же заказать его себе, или же даже оформить рассрочку. И напоследок, если вы все-таки решили покорить бездорожье, то делайте это с проверенной техникой, потому что эта фирма уже более 15 лет на рынке и специализируется именно на квадроциклах. А с вами была Марина. Спасибо за обзор. До новых встреч и покатушек!